За 4 года сделано немало, тем не менее работа не стоит на месте. На встрече с депутатом избиратели задают вопросы, высказывают предложения и посвящают народного избранника в проблемы и нужды округа. У нас поликлиника рядом. Возле этой поликлиники куча машин. Зимой бабушка ни одна не может подойти спокойно к поликлинике. Протокол включим, что мы обратимся в администрацию района, чтобы они администрация района нормально проработали с руководством этого поликлиники, да, номер 20, да? То есть по поводу подъездных путей, по поводу дороги и так далее, например. Да. Интересуют горожан несанкционированные гаражи и неблагоустроенные придомовые территории, продажа алкоголя в ночное время и нехватка зеленых насаждений. Все вопросы депутат обещал взять на контроль. Именно работа с обращениями граждан – одно из самых важных и результативных направлений, как показала 4-летняя практика. Более 40 дворов территории полностью заасфальтировано. У нас сделана аллея славы, у нас проведено озеленение, освещение, в основном детские спортивные площадки. То есть квартал живет и развивается. В 2017 году мы провели большую работу совместно с Александром Николаевичем, администрацией города, и заасфальтировали придомовую территорию, сделали стоянки для автомашин около каждого подъезда. Вообще, конечно, очень довольны. Проводимые ранее работы по благоустройству продолжатся. На них за весь срок ушло 67 миллионов рублей. В планах депутата строительство поликлиники, культурно-досугового центра, дома детского творчества, пристроив к 19-й школе и детсаду «Колокольчик», а также новый сквер. Мария Кравцова, Жаргал Сарендашиев. Новости дня.